Кто станет обладателем евровизионного сердца и представит Беларусь на конкурсе песни Евровидения 2019? Финал национального отбора сегодня в 22 часа. Прямую трансляцию будут вести сразу 5 платформ Белтелерадиокомпании. Телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24» в режиме онлайн, сайт медиахолдинга tvr.by, а также «Волна 103.7», «Радиус FM» и сайт радиостанции. Ведущими гала-шоу уже традиционно станут Ольга Рыжикова и Тео. Тем временем крупнейший медиахолдинг страны продолжают подготовку к вечернему перформансу. Накануне на Макаренко 9 состоялись индивидуальные репетиции конкурсантов, а также первый прогон шоу. Сегодня же в режиме прямого эфира в 600-ке пройдет генеральный прогон, точная версия финала нацотбора. По сути, это последняя возможность исполнителей проверить свой номер и его раскадровку для телеверсии. Напомним, в этом году победитель национального отбора на Евровидение 2019 представит нашу страну на конкурсе в Тель-Авиве в первой части первого полуфинала.